Знаменитый исполнитель Андрей Губин ушел со сцены в 2005 году. Он продолжал писать песни для других артистов, но сам пропал с радаров поклонников. Недавно стало известно, что Губин уехал из России, найдя лучшее место для своего проживания. Андрей Губин перестал выступать на пике своей популярности, поэтому многие фанаты были искренне удивлены принятому решению. Многие надеялись, что перерыв временный, но уже более 15 лет артист не выступает. Причиной ухода послужило серьезное неврологическое заболевание. Левостороннее, прозопалгия лица, у певца постоянно болело лицо. Чтобы избавиться от жуткого дискомфорта, он долго лечился и потратил на врачей около 70 тысяч долларов. Сейчас его состояние намного лучше, но болезнь побеждена не полностью. За время лечения Андрей сильно изменился. Артист уверенно заявляет, что чувствует себя намного лучше, чем выглядит. Он занимается спортом и за день проезжает 100 километров на велосипеде. Губин уехал из России в Египет на длительное время. Возвращаться на родину певец не планирует. Он живет на авторские отчисления со своих хитов, а также на гонорары, которые платят артисты за участие в шоу и интервью. Возможно, у певца есть и другие доходы. Губин нигде не работает и уверяет, что этих денег ему вполне хватает. Он продолжает заниматься творчеством, но исключительно для души. Андрей сотрудничает с саунд-продюсером Тарасом Ващишиным, но неизвестно, когда его поклонники услышат новые треки. Сейчас Андрей проживает в курортном городке Дахаб, который расположен на берегу Акапского залива, в восточной части Синайского полуострова, до Шарм-эль-Шейх, всего 100 километров. При этом место считается тихим и спокойным. Здесь нет толп туристов и много европейских жителей. По словам друга певца, Губин арендует большой красивый дом. Он проводит много времени на свежем воздухе, целыми днями гуляет, занимается спортом и творчеством. Жены и детей у певца нет. А вам нравится этот артист? Пишите свои мысли в комментариях.